Здравствуйте, друзья! С вами снова на связи Людмила Королева. И сейчас мы поговорим о группе Google, которую мы создали для обучения в нашей академии. Для начала давайте посмотрим, как в эту группу вы попадаете. Вы получили на почту письмо за несколько дней до начала занятий с приглашением в группу Google. Вот вы видите, у меня тоже есть такое письмо. Я открываю это письмо, и вы видите здесь такая синенькая кнопочка, на которой написано «Принять это приглашение». Вы это приглашение приняли, и таким образом вы оказались в нашей группе. Больше вам в этой группе делать ничего не нужно. Мы возвращаемся в нашу почту. Для чего мы создали эту группу? Эта группа создана специально для того, чтобы мы могли вам посылать домашние задания, а вы могли на эти домашние задания отвечать. Эти домашние задания, они складываются вот в такие вот письма, которые называются цепочками. И, может быть, первое время вас будет поражать, потому что обычно курсанты пишут: «Ой, мне на почту приходят ответы от всех курсантов». Так и должно быть. Должна быть одна единая цепочка писем. Во-первых, нам удобно, да, мы в одном домашнем задании видим, что вы сделали, можем вам отвечать туда, давать рецензии. И вы, опять же, можете смотреть, что делают другие, и смотреть по нашим рецензиям, какие они делают ошибки, и для вас это дополнительный опыт. Поэтому я советую вам просматривать все ответы и все наши рецензии. Но хочу вам сказать, что отвечаем мы не на все домашние задания. Некоторые домашние задания этого не требуют, а некоторые домашние задания требуют очень серьезных наших рецензий. Иногда вам приходится по несколько раз переделывать. Еще хочу вас сразу предупредить, друзья. У нас, помните, запрещена реклама. Поэтому никаких приглашений, ни в какие группы, никаких своих бизнесов здесь не делайте. Ну и в частном порядке на личные имейлы или в личные скайпы, потому что это очень быстро выясняется. И таких людей, которые мешают нашим курсантам учиться, отвлекают, мы их удаляем из группы. Теперь давайте посмотрим сначала те вещи, которые вас не должны интересовать. Ну вот, например, здесь одна курсантка, вы видите, она написала, обратилась с личной просьбой. Пожалуйста, все вопросы и все просьбы, вы помните, мы задаем в нашем чате в скайпе. Потом одна курсантка создала свою собственную цепочку. Вот здесь вот она ее назвала, сейчас мы ее найдем. Вот, видите, она назвала ее ДЗ номер 4 и создала свою собственную цепочку. Мы в такие цепочки не отвечаем, мы их не учитываем, удаляем. Поэтому удаляйте, пожалуйста, все, что не соответствует тому, что я вам лично сейчас покажу. Значит, смотрите, вы, если пройдете по этим письмам, вы обратите внимание, что почему-то несколько писем с одним и тем же домашним заданием, несколько цепочек, скажем так. Я вам объясню, что это такое. Дело в том, что в цепочку помещается только 100 ответов. Да? Каждое письмо – это ответ. Когда оно набирает, вот вы видите здесь, да, видите, 100 образовалось, вот в скобочках стоит, задание номер 3 образовалось 100. Значит, когда она набрала 100 ответов, то почта Gmail автоматически создает следующую цепочку писем, и следующие ответы попадают уже вот сюда. Видите, вот домашнее задание номер 3, более поздние даты, и вы видите, здесь пока еще только 3 письма. Окей, с этим понятно. Теперь смотрите, как найти, а в каком же из этих писем находится домашнее задание. Ну, давайте начнем, например, с домашнего задания номер 1. У нас тоже образовалось по домашнему заданию номер 1 несколько цепочек. Посмотрим, где оно у нас находится. Мы видим вот здесь домашнее задание номер 1. Видите, написано РДЗ номер 1. Это уже вторая цепочка пошла, потому что здесь мы видим снова домашнее задание номер 1. Написано просто ДЗ. Вот где написано просто ДЗ, здесь находится домашнее задание, которое я вам дала. Значит, вы для того, чтобы прочитать домашнее задание, открываете письмо, где написано вот здесь в теме просто ДЗ. И вы видите, опять же, Gmail сжал все письма. Вот вы видите здесь эти полоски. Мы нажимаем на эти полоски и видим список ответов, вот если вы хотите почитать их. Да, вот вы видите здесь список ответов. И вот где написано «Академия 3STEAM», мы нажимаем сюда, и здесь находится домашнее задание, в котором полное описание,
что вам нужно сделать. Причем я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не только ролики смотрели, да, вот ссылочка здесь есть с домашним заданием на ролик, но вы читали еще внимательно письмо, потому что в этом письме есть очень важные дополнения, объяснения. И также по пунктам написано, что вы должны ответить в домашнем задании. А вот отвечать вы можете в любую цепочку с домашним заданием номер один. Хотите, ответите в эту же цепочку, вот где написано ДЗ, хотите в цепочку РЭ, хотите, найдите ту цепочку, где меньше 100 писем, да, сжато. Это не имеет никакого значения. Раньше это имело значение, а сейчас это уже не имеет никакого значения. Единственное, что я вам хочу сказать, ну, давайте ответим в первую цепочку. Вот любому человеку мы сейчас ответим. И заодно найдем и увидим, как происходит. Вот нажали, например, Изотов. Здесь нажимаем «Ответить». Важную вещь, которую вы должны сделать, вы должны удалить предыдущее сообщение полностью. Вы видите, вот здесь люди не удалили. Весь этот хвост в этом письме остался от нескольких людей. Да? Вот вы как раз это сейчас сразу и увидели. И в ответах, если вот эти хвосты не удалить, трудно понять, кто вообще ответил и что ответил. И если вы хотите, чтобы нам был понятен ваш ответ, и чтобы мы знали, что это именно ваш ответ, значит, обязательно удалите все, что было в письме, чтобы ваше письмо для ответа было абсолютно чистенькое. И тогда туда ставьте свой ответ. Ну, я напишу «Тестируем письмо для ролика». Вот это я написала, теперь я нажимаю «Ответить». И давайте посмотрим, где же находится мой ответ. Зайдем во входящие. Но наверняка он не в этой цепочке, где уже есть 100 писем, потому что там просто невозможно поместить еще одно письмо. Ищем, где же у нас тут есть домашнее задание от Людмилы Королевой. Вот находим РЭ. Вот здесь еще нету сотни. Вот 45 домашних заданий. И мы видим, вот она находится в последней цепочке писем по этому домашнему заданию. И тестируем письмо для ролика. Поэтому единственная важность в ответах на письма, вы можете в этой, только в этой цепочке по этому домашнему заданию отвечайте. Здесь единственная важность – это удалить сообщения предыдущих курсантов. В другое домашнее задание отвечайте только в эту цепочку, потому что некоторые курсанты путаются, отвечают на домашние задания, например, номер один в цепочку с домашним заданием номер 4, и мы не можем найти их ответы. Поэтому обязательно в любую цепочку того домашнего задания, которое вы сделали. Вот это, в принципе, все, что я вам хотела рассказать про ответы на домашние задания.